Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог. Когда денежный долг возвращен, остается долг благодарности. Нет ничего более неприятного для разгневанного человека, когда на его гнев отвечают полным равнодушием. Женщина никогда не прощает другой женщине, отнявшей у нее хотя бы и нелюбимого мужчину. Я хочу сказать, что любовь – это лотерея, в которой выигравшему достается смерть. Поверьте мне, любезный Д'Артаньян, вам очень повезло, что вы проиграли. Проигрывайте всегда. Таков мой совет. Атос был оптимистом, когда дело шло о вещах, и пессимистом, когда речь шла о людях. Мне кажется, что человек не создан для легкого счастья. Счастье похоже на сказочные дворцы, двери которых стерегут драконы. Надо бороться, чтобы овладеть ими. Величайшим достоинством я считаю умение признать свою неправоту. Ждать невозможно лишь тогда, когда ничего не делаешь. Никогда не спрашивайте женщину, за что она вас любит. Довольствуйтесь вопросом: «Вы меня любите?» Говорят, что сердца, воспламененные препятствиями, охладевают в благополучии. Для счастливых молитва остается однообразным и пустым набором слов, пока горе не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова, которыми несчастные говорят с Богом. Известно, что ленивые люди больше других склонны утомлять себя, но только не работой, а развлечениями. Улыбка – это покрывало, которым закрывается сердце, чтобы лгать.